Не бегайте за мячом, зонами играют! Давай, тише там, тише там, мешка в руке! Эй, че у жюретки, пошли я с ней камулей! Эй, че у жюретки? Я его ее матерью с сухой, я что? Один! Ты один, не боишься! Верма!
Дугила, садись на. Давай, ворона, пошли, ворона. И! А! О! Он от тебя еще больше. Дёс, внимательно, не расслабляемся. Куча, внимательно. Игорёк твой бросает! Веря, Верька, чуть ниже, ниже! Прошу, прошу! Что, грибут наши, да? Диня потолстел, но... Папа, да? Где какие ворота? Ты что, упал? Оставь куртку мою, блядь. Она не очень ставит. Отдай его, отдай, Олег! Вань, раньше сыграй, все! Саня, ты чё, бля? Рома! Паш! Паш! Выгони его оттуда! Давай, как играть на воротах. Очень поздно игра. Привет, там. Читай такую тему, Берёза, ушел ты на его место! Не ловили, но... Подстрахова, Игорь! Каждый может пролететь! Это помнишь, который, блядь, ездил по Владимиру? Ну, только что мне был, который пролил, сейчас сломался. Не, ну... Блядь! Один против двоих борьбу будет. Это куда Гринёв пошёл? Я не понял вообще. Вон он, бог. Олежа, выйди отсюда, отдай Бресту эту зону. Низко сидишь, Олежа. Вот он ты. Здесь Брест уже. Вот он лысый. Хорош, нормально, играй. Женька, Серый, Брест, разговаривайте вместе. Ты, Антон! Не прыгай! Молодец, молодец! Давай, давай!
Заселил. Дина, давай! Делай, Олег, делай, Диня есть! Олежа, ну не спеши! Вася! Олег, ты начинаешь атаку! В интернете 8. Динька, чуть-чуть уже. В интернете 8 напиши. Да-да-да, Диня, я понимаю, играй. Марат Орлбик. Женя, сохрани мяч! Он в Германии был. Смотри, Куча! Куча, ты! Куча, ты, я сказал! Да лезь в борьбу ты, на! Простоял, протанчил, на! Один! Один! Нормально! К нему кто? Кто к нему? Вот. Хороший раз, работал. Вот так он потерял. Давай! Хорош, Женя, нормально, играем! Взял! Все нормально, Диня, сделаешь, нормально! Олег, внимательно! Кирилл, ты вообще не играешь? Лысого смени, Антон, это твой мяч! Кирилл, вообще что? Вот его. Только сказал, и он сразу показал. Диня, блядь! Куча, спокойно! Пресс, ты последний!
Паш, не надо так больше делать. Рано это делать, Паш. Тут у меня два! У меня два! Береза, повернись! Нормально, Никит, хорош. Олег, внимательно! Полтайма уже все сдохли. Все, все. Какая вначале беготня была, а сейчас все пешком уже. Адреналин спал. Антон, ни за один мяч еще не зацепился. А? Силы копит вперед. На второй тайм. На рывок? Так а что второй тайм в раздевалке, что копить? Так ты ему скажи об этом. 0-0 счет. Да, конечно. Вот здесь он должен любого делать. Это чисто? Бежит. Ну нахер! Он последний раз должен бежать. Звезда. Хорош, Никита. Ну, как все не дорабатывает. Игорек, внимательно! Антон, ты должен такие вырывать. Беги на мяч в наглую, пусть он тебя косит. Дай ему! Дай! Один тот. Тащи. Играем! Диня, падай на его место! Пресс ниже! Пресс ниже, Олег, твой! Паша, выгоняй их оттуда! И пресса, и Олега! Цеплин, один, один, один. Играй, Дёня. Лёша, Лёша, не дай пробить! Беги, Диня, бежи! Все, сидишь второй тайм. Красава, Антон! Нормально?
даже нечего сказать. Мы в Депилсе также. Так же ему закинули. Он выбежал один на один и мимо пробил. Никто знает, клин, не клин. Не, я же не курю. Здравствуйте, не курящий Михаил. Столичный не курящий Михаил. Я сам только фреш, я. Вот я смотрю, ты на одной ноге идешь. Куча внимательно. Куча внимательно. Давай, давай, Артём! Ребят, так же играем, все нормально. Автобус сзади. Переходим, переходим. Игорёш, ниже. 27 Игорь, ниже. Берёза, разговаривай с командой. И громче, внимательно, ведется пятый твой. Вторая лига, ты где стоишь? Играем, играем! Ведется, Олег ушел. Саня, Саня! Играй, Диня, играй. Спокойно, спокойно. Давай, лысый ты. Лысый, блядь. Лысый. Что за такое? Он тебя на линии обвел, блядь. Пособерись, нахуй. Разговаривай на поле. Вон, впереди. Че, ложь? Эй! Хорош! Хорош! Игорь! Хорош, Игорь! Ты подаешь! Игорек, ты! Антоха, с лысым оставь! Жень! Женек! Лысый! Останьтесь здесь! А, все, окей, Паша есть! А-а-а! Ну и голос. Рупор возьми в следующий раз. Привет. Одноклассница, говорит. Не лезь, девчонка. Одноклассница. Не пугай одноклассница. Все. Спартак 2-0 въебал. Пуча, внимательно, Олег, твой. Все, Пуча, твой дальний. Моя команда. А? 7-7. Больше не влазит. Пуча, внимательно. Проще. Хорош, наш. Хорош. Блин, как я люблю, когда судьи судят так. Не, это Марат, а банда как-то понимает. Тоха, ты здесь можешь успевать иногда. Нормально. Все, передали. Вам холодно, пацаны? Да, я его не чувствую. Ну, я чувствую, я ладошки потею. Береза, просто разговаривайте. Ссорятся они уже там, офигели. Не то, что Гринёв, да? Один ящик. Какой второй отсюда? Ты не знаешь эту историю?
выходит в финал Литвы. Нет, все, финал четырех. Это полуфинал. Уже медали. Ну, короче, мне вдруг объяснялось, если они сегодня выиграют, то они выходят в финал четырех. Они выигрывают, проверяют. Нормально, Диня, нормально. Диня, внимательно. Куча твой. Лебедев, дай ему по ногам. Все, по игрокам. Спокойно. Женя, вышли мы просто в одну точку вся команда. Женька, походу, мышцы задние дернут. Да? Нормально. Если нет, замены. Женя, как ты? Блин, хреново. Не готов. Так послушаем, не готов. Ты еще готов? Один ты. Блин, не увидел, а? Грантон! Все, один, спокойно. Вышли все, играем! Вот это я понимаю. Крисанули даже. Вышел. Паша, не знаю, там формы должны были передать. Какой турник? Гена должен был турник подать. Но Гена ничего не передал, и Кирилл вам. Вас интересует Кирилл? И Путин. А, значит, Паша играет. Он не тренер, он капитан, но он, значит, передаст в этот перерыв. Через 12 минут. Расплата. Мне Гена вчера говорил, что я передам форму, но, видимо, он Паше передал, а не мне. Гена уже пропил эту форму. Мостишь, ты с этой формы, да? Диня, спина! Диня, спина! Он тебе должен был передать. Блядь, Диня, твой! Мостишки от меня не нужны. Леша! Кто там орет уже? Ну так молчи тогда. Болею я, Кирилл. Так ты не указывай команде, болей. Я болею так. Болел. Пиздец. Я не умею по-другому болеть, Кирилл. Я всегда, когда болею, хорошо, ЦСКА играет. Хорошо, я тебя понял, и все. Я говорю, что это предъявы, Кирилл? Я в ЦСКА играю, я кричу налево, направо. Кирилл, мы болею я так. Молодец. Чтобы он не отвлекался на тебя, я мне понимаю, надо, и все. Извини. Все, он отвлекся, я из-за этого тебе и сказал. Извини, болею, все, играем. Леша, внимательно. Паш, аккуратно. Пашка, ближе чуть-чуть к нему, подстраховывай. Блин, как я не люблю твои подкаты. Ну так нормально сейчас катился. Не, ну сейчас-то нормально, но просто на 80-й минуте не успеет. Второй делай. Забегай, Вася. По привычке. Подкатится и не успеет. На 80-й уже так и пробегать не будет. Смотрите, вторая тактика пошла. Не слышался, это Рома. Яс. Голос одинаковый, да? Все, один лысый. Давай. Не надо, пока далеко, подожди. Пусть выходят! Вася, ниже, ну запусти! Тащи, тащи, тащи! Все, один, Паша, отдай ему. Отдай, отдай. Один, Серый. Серый, начинай ты. Здесь, ближе! Ближе! Паш, поближе, пожалуйста. Центр, центр! Вверху, вверху!
Куча, куча, сотрезает. Ребят, внимательно! Опа! Андрей, спокойно! Спокойно, Серега! Что здесь? Спокойно, Ром, не спеши! Игорян, ширина! Куча! Вышел, Береза! Ай, куча ты! Хорош, Вань! Все нормально, играй! Ногу, Олег, спокойно! Олег, разговаривай! До конца, Антон! Выиграй, ему ты! Ребята, мы пойдем в раздевалку, вы разминаетесь. У нас формы нет, Кирилл, так сами не выйдешь. Антон, давай играй! Все, играем здесь! Зачем тренер? А руководитель? Рома, с голосом! Руки! Сохрани мяч, Антон! Ты, Олег! Ты, Олежа! Ты! Куча, спокойно! Правая нога! Правая! Супер! Играем! Внимательно! Ребята, внимательно сзади! Антон, Антон, тебе здесь делать нечего, Антон, иди сюда! Антон! Антон! Иди сюда! Опа, хорош, есть, Катька, забивай! Оп, есть! Олег, внимательней к нам! Где? Где сумка?
Итак, еще 3 минуты. Вик, за сколько время? Сколько? 42. Один, Паш. Подержите, подержите, подержите. Вот и все, спокойно, покатайте мяч. Ребята, 5 минут, держим мяч! Паш, не надо. Паш, играй, Паш. Лезь, Ванька. Ну, все, спокойно, вперед смотри только. Хорош, Паша, лучше. Мне очень нравится, мы серьезно советуем. Еле, еле, блядь! Найки тебе 360, боже. Играем внимательно! Они типа толковые, ребята. Хорош, Ром! Пуща, внимательно! Обычный тренер. Он пока будет ходить судья с лестницы. Давайте. Ребята, открывайте! Давайте. Ближе, блядь!
Надо дома. Сейчас Виталий выйдешь, будет просто блядь. Так жаль тебе. Зачем Кирилл что-нибудь подсказывает всем? Блядь, пацаны на таком поле не играли. Вот там они подсказывают. Да, там еще. Автобусом будут стоять. Получить одну. И поперек ты на себя. Давай, блядь! Дай Олегу, блядь! Да, уже, да. Сейчас Антон бы не, я попросил бы. Это как хули? Передержи, блядь. Такое не дают мне сильно. Центр. Вот с этим рядом, чуть-чуть назад. Выше, 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 вы
Команда в прошлом сезоне четвертая заняла. В натуре? У нас первый, я знаю, следующая игра с чемпионом. Иди, Диня, блядь! Почему спрашиваешь? Не знаю. Ты все сдал уже? Или тебе еще сдавать? Блять, это тоже приехал. Конечно, не было. Давай, родной! Саня! Да, да, первый его не рабыл. Делай мне дальнюю! Один! Пора! Алика, Кальбек, Вилой, Лена, Скидок, Пасакинек! Головой? Головой? Я попросил. Но поторопился, ты потерпел бы 15 минут первого тайма. Видишь, Нери уже никакой. Сейчас бы ты вышел каких-то еще 20 минут, ты побегал бы 25. Кто? Думай для меня. Нет уже нет. У вас лига там, ты скидывал в контакт по горам? Расписание игр я скидывал, это qualification, за выход пулька типа. Это футзал, это не по городу, ты что? Это лига. Лига F там или что, по-моему. Блять, я тебе писал свою команду, а ты такой, вот сейчас сообразил, какая у тебя команда. Так сейчас, ты раньше скидываешь расписание, блядь. Непонятно, в какой ты играешь. Племен все называется. Нет, ты что-то путаешь. Нет, ты скидывал там. Ну вот. Две, может, было, и я в конец, какой ты играешь. Я вообще смотрел футбол, там был команда ФКМ и 2. Это дубль команды, которая играет в первой лиге. Air Division. Ну, вернее, в первой лиге, казино лиги. Профессиональный. Дубль. Они наши главные конкуренты были, но мы их вышли. Давай, ты Ираги поставил.
Бля, жена Блядь, хуй из Бинай на Нерика. Бля, что-то мы на контракт надо там играть. Реал Мадрид на все зубари. Один! Хорош! Блядь, давай банку вторую, бля. Перевод! Давай, давай, давай гол, блядь. Сука! Блин! Да, он же поломал. На Виконос? Нет. Потом звук уберете, да? На полочку включаю. Там еще велик на воротах стоял. Какой модный. Ты еще его гетера розовый не видел. Давай, виска с паркой! Ури чуть-чуть. Покажи, что показать? Выбил лучше. Сломал, нахуй. Рома, отойди, плиз. Какой? Хочешь подтянуть? Че там, угловой или че? Рома, сейчас я буду с тобой материться. Сегодня понедельник, он уже кусает. Он научился. Да-да-да. Понял. Тихо-тихо-тихо. Пусть тебя грибает. Сейчас посмотрю. Я выше это свое. Если он затащит и будет сейчас тянуть, посмотри. Я похлопаю. О, класс. Если он будет парашюта по сути. Не, по всю историю будет парашюта. Посмотрим, Ирки Трис был. И Шкоки Тянтер. Пешко, тянка, шкурбу. Дай ему пешко Так что ты мне даешь? Со мной поедет. Пас, пас! Хорош! Вот это пас! Дима, дай! Скажи, там у них написано R. Пасюс порасчита R, долбу. Так. Ну, сэр Алекс, бля, ты не разгоняйся так. Откуда он там, бля?
Пацаны! Пацаны! Таня! Так говори, руководи, ты не слышишь. Дай волю, блядь. Что там у бать по 10 минут. 16, 17. Все, на этом показывай, да? Да. Давай, давай, Таня, давай! О, давай! Ленька, идем по писянику, блядь! Его не снимай. Он в каждый кадр влазит сам. Где мяч? Все, машины все учиться. Маша, три, блядь. Я? Давай, пацаны, висяги нас вперед! Парни, нет ключей от раздевалки? Есть, на. На, Ром. Ром. Ага. Пацаны, где лимонад был тут зеленый? Вышли, блядь, вышли, отстать дело, еще одна, блядь. Далее, разомнись! Чем по-русски, блядь? Вы сыграй! Хорош! Леша, видел? Много же бежали. Давай! Хорош, хорош.
Аля, одень манишку. Путают тебя. Чё, карик, карик. Просто пока разбираешься, манишку одень. Бирма! Лина! Саня, попроси мяч. Движение, так еще не пойдет! Рожки! Не вот так! Гаражка! Вот! У команды прилетело. Я думаю, к богам. Александр! Сядь, посиди, разговаривай. Ты не представляешь. Сезонки не было, блядь. Кто-то на клавиатуре было. Бери. Да давай по 10 минут. Ну по 10 минут. На, бери. Да хуй, на, бери. Да тут есть 23 минут. Отыграли. Ладно, на, бери. Что попроси? По очереди снимаем, на. Ося, снимай. Давай снимай, Вадя. Что, сори, блядь? Давай снимай по 10 минут. На. Сука, ты заебал, нет. Нет. Да на. Да в натуре по 10 пройдет, я возьму. 33 я беру. Или сколько там поступить? Я никогда на него не брал. Просто чмо, бля, я его больше так не уважаю. Я его вообще не уважаю. Типа, я вас, пацаны, подержу. Захотите вы будете делать вот это чмо, которое у вас тренер, блядь. Он такое чмо ебаное. Он мне за костюм ничего не стал. Я 8 лет деньги сдавал на этот ебаный в рот костюм, нахуй. Он меня на игру, сука, не позвал даже болельщикам, не то, что поиграть. Не обидно, я тебя клянусь, Антон, я ехал поболеть за вас. Приехал поболеть за вас, прикинь, я не собирался за потом играть. Мне так обидно. Мне очень обидно. Во, пацаны, берите пример. Человек всего добился. Посмотрите, с поля вышел. Антох, ты сидишь сухой. Я, блядь, 20 минут уже не играю. Посмотри, правда, Антох. Не, ну ты, в Америке хоть мог. Посмотри на человека. Дай руку тебе. Мужик. Дай мне. Дай мне тоже. Дай мне тоже. Вы это нормально снимаете? Ты сюда смотри в камеру. А не в поле. Я все. Через камеру все видно. Да мне так неинтересно. Что неинтересно, так ничего не видно не будет. Тут на телефоне футбол смотрю. А сколько сыграли во втором? 25. Я только узнал, что они четвертый в прошлом году. Я играл в прошлом году против 8 раз. Я играл там в Сарычи. Вообще не знаю. Блин, владение тут жесть, конечно, 90 на 10.
Что говоришь? Владимир говорит 90 людей. Дина, ну в первом тайме купил. Сейчас все норм. Сейчас уже так, 70 Еще его там проверят, блядь. Путю проверили, этого проверили. Похуй, не хитрый. Сколько Пучи платить? 30? Не получил, что нам заплатил, нормально. Красавчик. А ты как, он забыл или, блядь? Он забыл пробить. Он купил и не пробил. Лысый, беги, блядь! Хорош, готов. На согнутых. Давай! Короче, так и Что форма на рулит? Че? 10-0 выиграли, не забил. Че, я повторять? Заменили? А, тогда ясно. На 43-й. 10-0 выиграли и не забил. Вот она ошибка. 10 раз лучше, чем ты, значит. Спина! Эй, кусал. Нет, я хорош. Где налета не было? Ты что, не веришь, да? Он мне подарил, завязал. Гога приехал, все, приехали, пошел. Чего? На соревновании какой-то сказал на икону себе завязал. Ну, знаете, который международный, да, не пришел. Ты как не слышишь? Да дай мне. Там не может уйти. Там на банке. Момент не хотел запороть. Этот так не боится, бля, пороть все. Он уже не соображает. А ты как думал? Блядь, не займет, сколько уже? Пятая? Ишь, тренер будет русский. Сейчас я играю. Смотри, вот с кем он был в сборной? Вон, да, вот. Он 96-го типа. Я не буду, похоже. Вот тот, вон бежит. Не-не-не, вот. Вон бежал. Вот второй номер. 90. Второй номер. Если это второго зовут Бьемас или как? Мусьон. С кем играл? Ну этот защитник был, это точно помню. Последний. Наверное, он будет персонально с HR. Бля, я два раза мог, кстати, его убегать. Блять, мог мне пас дать. Типа нормальный пас, да? Блять, он оттуда навесит. Блять, мир, давай, на. Ты такой, ну чё, подавал, шутки не хотел. О, хорош! Это красавчик. Гришка? Ворот дал. Гриша! Сколько они, бать там? 30? Ты ну, бля, я за три года первый раз только бегал, блядь, целый час. Бля, честно говоря. Не, вообще, вообще, Сколько тебе осталось?
Мне удобно, тут типа мало бегать надо, как бы Игорь всегда это вот, дальше я вот только его был, видишь, они вообще побежали. Ну, хорошо, тебе как Игорь сказал, мне вообще пофиг было, девятый держу и все. Да, он не бегает. Мне вообще не главное. А тот вот бегает. Где не бегал? Да. Я хорошо, это загнать, типа, не крыть, но, бля, он все время давал и давал, типа, Игорь, Игорь, давай, не понимаешь. Еще минута. Да мы там мы потом поздравляешь и смотреть за тобой, что ты. Че, на выходных позовет, будем подробно смотреть уже. Дядя, где твоя тачка? Я в багажник все упакую. На тачку? Блядь, его водить начал. Ты права получил? Да. Год, да. Уже колен скоро снимает. Че ты гонишь? Вот, вот то, что надо, Диня! В этом году снял. В этом году что? Бля, тут ничего не важно. Надо что-нибудь? Сейчас вроде. Ждал, погоди. То, что надо, Диня! В этом году снял. В этом году что? Бля, тут ничего не важно. Надо что-нибудь? Сейчас дрочу. Ждал, погоди. Он меня не подозревает. 12. Так снимает это? Да. И что тут видно? Видно там все. HDD здесь. Блин, пустили какашить. Фиг знает, каким ракурсом снимай. Да нормально все снимай. Тут ошибки Лерис, даже, да? Лерис, там же с тобой был этот игрок, который мячик отскочил. Когда? Когда гол был? Да. Так центр вы шкрыли, я был девятым тут бегал. Отскочил мяч к твоему игроку? Ну, нет, он вообще мой тут стоял. Ну я как бы там был. Это твой не тот, который, ну, на фланге. Ну я понял. Ну так я сказал, центр давно бежал. Никто не отбежал к нему. Никто десятого. Не отбежал, значит сам к нему подбегает. Так я не успевал, я отсюда и бежал, а там бежал. Нет, это не говори. Ты очень много времени прошло, с прострела, со скоками. А если ты со своим стоял? Если никто не подбегает сам, крикни мне там или еще кому-то. Я вообще не слышу. Заебись. Красавчик. Аут неправильно был. Я не вижу. А, нет, не с того места. Не, не там, конечно, бревно было. Сука! Не заснял, да, за шок. На 80, на 79. Давай разминайся. Давай, давай, Виталий, Виталий! Вадя, Вадя! Вадя, давай речь! Давай, Вадю, бери, проси мяч, проси. Хорошая лига. Сегодня все. Да, было, блядь, не смог. Пистолет.
На план, брат! Где? Ну так завались тогда, хули ты тут позвонишь, придет и скажешь. Ему, так, бля, тише тогда говори, нахуй. Я и так не говорю, я говорю, нахуй. Он творит? Сука, набухался, блядь, все, заткнись. Хули ты базаришь, не знаешь, кто бороться. Кто это, Марат? Ты его на поле видел? Ты видел его на поле, нахуй? Блядь, он не жертва, вылезет, какой пасть, нахуй. Не похуй, все, Тёма, все. Видел или нет, блядь? Дай мне поебу. Да все, забыли. Ты можешь замолчать и сидеть? Ебал я ваши разговоры, блядь. Так сядь, иди нахуй, какой пасть, блядь. Блин, чувак снимает футбол на Виндере с комментарием. Пиздец, скинешь мне потом видос, блядь. Истинные болельщики. Да ну потому что он попытался. Я, блядь, сейчас вот Кирилл придешь, я, блядь, послушаю. Ты послушаешь, ты послушаешь, хули ты слушать будешь. Твое дело, Миша. Хорошо. А? Что такие? Послушаешь, или ты уши прибудешь? А ты пиздец просто так. Сука, заткнись, Тёма, блядь. Так что ты тогда несёшь? Хули ты тут несёшь, сидишь за спиной, базаешь, блядь. Приду сейчас поговорю, я с ним, блядь. Я не сейчас, когда пьяный, ты отрезан. Молчи, нахуй. Молчи, блядь, тогда. Не могу молчать, перебиваюсь. Эй! Гол забивайте! И не ругайте! Не позорьте. От Лени, слышите? Андрюх! Отойдите от Лени. Подальше поставьте раздевалку. О, блядь, заткнись, нахуй. Меня поддержит столько народу, что ты имеешь. Больше, чем полкоманды. Иди спроси. Иди спроси. Бензинчик не знаю.
Не бажит в своем возрасте, как надо, блин. Ну это, блядь. 2000-го. Чего он из-за нас взял? Лучше половины играет. Так ему что, 14 если 2000? Да. Ну да. Легче набрал. Что, у меня рука тут сейчас. Нифига не понимаю, как снимать. Блядь, дубачок. Саня! Какая-то минута примерно, да? Ты засекал. Да, и даже, блядь. Неря, посмотрите. 43-я. 43-я. Менты приехали. За Тёма, что ли? Тёма, приехал. Где ты там? Сверху, на горе, справа. Давай, выбей, выбей! Хорош, Андрей! Сзади! Да круто захотел, мама. Че, пешим домой пойдешь? А? Пешим домой пойдешь? Нет, ты подвезешь. Че, не помещаешь? Ну ладно. Че, пьешь-то? Я сейчас тебя снимать буду. Если еще там базарить буду. Да похуй, не слышу. Самые преданные болельщики тут всегда с командой. Да это Тёма. Вот он так фрукт, блядь. Под грибами. Да не смешите, не могу держать ровно. Опа, хорош. Запускай, Саня. Пацаны, 2 минуты осталось, давай! Дожмите, дожмите! Камоли, камоли! Давай! Ну! Надушивай, пацаны! Смотри, по бокам есть, нет, сухи. А, да, один раз там вывел, да? Может, мне камераменом стать? Извини, Киля, но не отрезвелся, пацан! Паски взяли, йо! Грузина спас! Грузина. Давай, давай, Андрей! Молодец! Ну ты можешь догонку ему. Ноль палево, что там. Тогда, тогда, ты же у нас ноль палево, пацан. А Даша эту, нету Тадаса. Где Тадас? Неря, холодно. Пипец как. Прикинь, как ему в шорты. Че, офигенно. Что 45 минут отбегал? 45 минут можешь так же стоять. Где мяч? Иди, дай пару банок. Угловой справа.
Еще и комментатор. Эй, выйди, выйди. Эй, все. Берозов, Питер. Бля, сейчас камеру заплыну. Ребята, минута осталась, давай! Марио! Все туда, давай, Паша, давай! Виталий, останься! Не торопись, блядь!